Привет, дорогие друзья, с вами Элвин Грей, он же и Радик Юлиакшн. И сегодня я вам расскажу, как делается звук на примере моей последней песни. Можно сказать, наша песня. Буквально вчера только опубликовали песню с Гузель Уразовой, называется «Красивый и хороший». И там есть проигрыш, где такой необычный звук. И многие спрашивают, что за звук? Флейта. Все говорят, что это флейта. Я говорю, нет, друзья, это голос. И чтобы всем не объяснять, как это делается, я решил просто показать вам. На самом деле, друзья, я очень долго искал этот звук. Даже во сне мне приснился этот звук. Я проснулся и начал искать все инструменты, перебрал все плагины, все VST-шки и не нашел. И потом думаю, давай-ка мы будем создавать этот звук. Кстати, в последнее время я всегда люблю экспериментировать и делать инструменты именно голосом. Встали за микрофон, прописали полную дорожку, ну, трек поставили и записывали голос, всякие там фишки. И записываюсь, и отбираешь самые вкусные моменты. И вот, например, в этом треке есть. Ну, мне показалось, что самый вкусный момент. Я чисто выбрал этот момент. Гузелька поет. Ну и самый основной проигрыш. Вот этот звук. Вот этот звук, как вы слышите, это голос. Просто мы запичили. Сейчас я вам покажу оригинал, как он должен звучать. Как он изначально звучал. Вы слышите, что это оригинальный голос. Так, этот звук тоже я покажу вам. Хоп. Просто поднял на октаву выше. И получается вот такой звук. Так, вот звук. Тут стоит плагин. Автотюновский. Так, попробуем сделать пич на минус 12. Давайте послушаем, как это звучать будет в треке полностью. В общем, просто записал полностью трек, выбрал самые вкусные моменты и вставил в проигрыш. И получается вот такая интересная композиция. Просто поднимаешь его на октаву выше, и на самом деле звучит как какой-либо инструмент. Хочу сказать, что тут ничего такого нету. Обычный компрессор, пич-корректор, он же и автотюн. Его можно сделать в автотюне, а это у нас стандартный плагин, Pitch Correct называется. Ну и фаб-фильтр, наш любимый фаб-фильтр. Срезали низа и чуть-чуть верха, и получается вот такая вот вкусная штука. Ну и основную группу я послушал. И тут также фаб-фильтр. И в конечном итоге стоит компрессор. И добавил, кстати, друзья, тут к этому звуку флейту, чтобы звук был богаче, ярче. Вот. И также скрипку. И вот.
и в общем получилось вот, так, вот такой рисунок. Ну, друзья, я думаю, на самый главный вопрос я ответил. Откуда ты берешь звуки? Многие, наверное, думают, что покупаем звуки там за сколько-то тут миллион долларов. Нет, все это делается просто и легко. Просто записываешь вокал. Да можешь даже любой кап скачать с интернета, любой вокал, и вырезать вкусные моменты и сделать аранжировку из вокала. То есть в последнее время даже всякие европейские треки именно делаются из сэмплов. Сэмплов вырезаются голоса, и из этого уже выкручивают всякие там вкусные штучки. Я хочу сказать, что этот оранж, он... Сколько дорожек? 80 дорожек, но на самом деле тут максимум 5 инструментов. Это вот биты. Вкусный проигрыш. Добавляется бас. Еще раз. Получается раз, два, три. Три инструмента, четыре инструмента, плюс фон добавляется. И добавляем пунктик. Ну еще думбура. Кстати, думбуру мы также сэмплировали. Взяли сэмпл и вырезали вот такую штучку. Это вавки, это не миди. И получается, кстати, вот такая штука. Хочу сказать, друзья, все это делается просто и, я бы сказал, легко. Главное – фантазия, главное – пробовать, главное – крутить, и все у вас получится. А кто делает аранжировки, также спрашивают, а какие плагины ты используешь? Плагины, в основном я использую AirVox, компрессор, FabFilter, эквалайзер, ну и вейвские всякие там, тоже компрессоры всякие. Кстати, очень люблю, я очень люблю ревер использовать из... тоже вейвского пакета. А, нет, это не вейвс, это лексиконский пакет. Очень крутой, кстати, всем советую. Просто... А, дилей я всегда делаю либо стандартный дилей, либо дилей. Также по фильтру. Самый основной вопрос.
Я думаю, ответил. Прописываем голоса и поднимаем выше, ниже. Можно было, кстати, вот так сделать. Давайте вам покажу так же. Пич ниже. Если он выше, он звучал вот так. Зависит от вашего вкуса, от вашей фантазии. Хотите выше, хотите ниже. Все делается так. Друзья, я вам еще раз говорю, не обязательно покупать всякие дорогие стоящие ВСТ-шки, инструменты. Можно просто создавать самому. Прописываешь голос, выбираешь вкусные моменты, сэмплируешь. Поднимаешь выше и ниже, то есть выше поднимаешь или ниже на октаву опускаешь и делаешь из этого инструмент. Друзья, я вам показал, рассказал, объяснил. С вами был Элвин Грей. Элвин Грей. Друзья, оставляйте комментарии под видео, ставьте лайк. Ну, на ваше усмотрение можете ставить не лайк. Можете просто выключить видео. Да, шучу. В общем, часто задают вопрос, как ты это сделал. Я думаю, я ответил на ваш вопрос. Если вам интересно, задавайте вопросы. Как будет время, я буду вам показывать, рассказывать. И на этом все. С вами был Элвин Грей, он же Radical Reaction. Подписывайтесь на мой канал.